Привет, с вами Вилсаком, жду вас у себя на канале 13 июня в 19:30 по Москве. Вместе будем смотреть WWDC 2016, на которой Apple покажет «Загибайте пальцы» iOS 10. И это будет действительно круто, потому что там ожидается много изменений, каких, смотрите в предыдущем ролике. macOS, возможно, что-то новое для tvOS, watchOS, возможно, Apple Watch 2, хотя я в это не очень верю, но очень ждем новый MacBook Pro 2016, детали которого уже утекают по интернету, и есть ощущение, что это будет, ну, крутейший компьютер. Так получилось, что я лечу в Америку, правда, не на WWDC, на E3, но буду стримить презентацию рядышком из Лос-Анджелеса, уже нашел место с классным интернетом, чтобы у нас все прошло круто, и самое классное то, что я буду переводить трансляцию, развлекать вас, у нас будут всякие интересные штуки, то есть вы классно проведете время в компании со мной и людьми, которые интересуются Apple, это ли не лучший понедельник. Но самое крутое то, что уже по традиции, прямо во время лайва мы разыграем iPhone 6s случайным образом. Сделаю я это вместе со своими друзьями, кэшбэк-сервисом letyshops.ru. А для того, чтобы принять участие в нашем совместном конкурсе, нужно всего ничего. Поставить лайк этому видосу, смотреть онлайн-трансляцию, зайти на сайт letyshops.ru, залогиниться под своей социальной сеткой или зарегистрироваться, скопировать ID свой уникальный, который вам был присвоен, формочку, которую нужно будет заполнить, и все, разыгрываем iPhone 6s 13 июня во время WWDC. Красота! Полные правила в описании, прочитайте, потратите полминутки, чтобы потом не ошибиться и 13-го сидеть на расслабоне, ждать свой айфончик, вот он уже здесь близко. А самое классное, что впоследствии мы разыграем еще MacBook Pro, который, как я думаю, представят на WWDC. Опять же вместе с Letyshops, и чтобы узнать, как это все будет происходить, нужно смотреть онлайн-трансляцию. В общем, у нас такая крутая активность намечается. Везде призы, кругом красота. А главное, letyshops.ru это еще и кэшбэк-сервис, который возвращает деньги с покупок в обычных интернет-магазинах. Сейчас там еще и повышенный процент. Соответственно, заходим на Евросеть связной, покупаем, что нам нравится, и возвращаем деньги вот так вот. Ну, вообще просто со всех сторон. Ну, прям что-то прям очень крутое. Как так вообще? Это законно? Серьезно, внимательно прочитайте описание. Вот я сам придумал, сам забыл, прочитал, вспомнил. Обязательно бросьте в свою социальную сеть пост о том, что вы участвуете в конкурсе с ссылкой на это видео. И все. Короче, там несколько пунктов. Все, вот, я думаю, вы поймете, разберетесь. Уже не первый раз мы подобные конкурсы проводим. Все для вас, друзья. Еще раз, 13 июня, 19:30. Участвуйте в конкурсах. Ждем от Apple ништяков. Я думаю, будет круто. Подписывайтесь на канал. И совсем скоро увидимся. Пока.